Зафиксированы два новых случая излечения от смертельной лихорадки Эбола. В американском штате Небраска медикам удалось вылечить оператора, заразившегося вирусом в Монровии. Для лечения 33-летнего Ашока Мукпо применяли экспериментальный препарат, разработанный американской компанией Кимерикс. А в Испании подтверждены сведения о выздоровлении медсестры Терезы Ромеро. 44-летняя женщина заразилась, ухаживая за больным священником, который умер от Эбола в сентябре. Отмечу, она стала первым человеком, заразившимся лихорадкой на территории Африки. По последним данным, Эбола унесла 4555 жизни, число подтвержденных случаев заражения 9200.